Сегодня в рубрике «Чистая и нечистая» гитара J&L Fallout, что в переводе на русский означает, вообще это слово трудно перевести дословно, но примерно это переводится как «полный ядерный разбабах», что, в общем-то, вполне точно передает душу этого инструмента. Ведь, опять же, отсылаясь к названию рубрики, «Чистая и нечистая», в ней живет смесь этих двух понятий. И с одной стороны, как вы могли заметить, конечно же, это предок, наследник формы Mustang. Дизайн Лео Фендера образца 60-х годов, который в то время немножко как будто бы обогнал свою эпоху и не снискал своей популярности, и был на несколько десятилетий фактически забыт. Пока в 90-е идея Мустанга о его таком противопоставление себя всем остальным инструментам, как-то и мензура короче, и форма какая-то не такая, офсетная, какая-то несимметричная, как будто бы неказисто, но что-то в этом есть. И звук такой не совсем яркий, читаемый, прозрачный, как у многих других инструментов, там, вот этого фендерового семейства, а наоборот, чуть-чуть одутловатый, чуть-чуть как будто бы в нос, чуть-чуть неказистый, и все это идеально совпало с вот этим вот прорывом гранжепровода и появлением на свет огромного количества вот всех этих бастующих панковых гранжевых групп, которые противоставляли себя обществу и противоставляли себя всей прочей музыкальной культуре, и которые сегодня превратились в то, что называется, в общем-то, инди-движением. И, в общем, все эти офсетные гитары, Mustang в частности, и, конечно же, Fallout в частности, это есть душа и орудие всего этого инди-гранж-поп-панк-движения. Но прежде чем уходить во всю эту гранж, панк, инди-тусовку, давайте все-таки дадим Fallout'у шанс прозвучать его истинным, чистым, необработанным ничем лишним звучанием. Чистым. Прямо сейчас я нахожусь в неком звукоснимателе. И в Неке здесь находится звукосниматель типа P90. Это тоже сингл, но с увеличенной катушкой, с другим расположением магнита, и он сильно отличается от классического узкого сингла по звучанию. Он гораздо более такой теплый, немножко приджазованный, в нем нет вот этой кристальной верхушки, он более компрессированный, более собранный. И в этом есть свой собственный кайф. Потому что, опять же, тут начинаются большие отличия от классического Мустанга, где стояли два сингла. Два сингла в Мустанге звучали не как в Стратокастере, в первую очередь за счет того, что его мензура была укороченной. Как правило, Мустанг — это 24 дюйма, были даже версии 22,5 с укороченной мензурой еще больше. Но суть такая, чем меньше мензура инструмента, а мензура — это длина открытой звучащей струны, тем она меньше, тем меньше натяжение струны при той же самой ноте. И это означает, что когда вы играете на Мустанге, он чуть-чуть такой, как будто бы чуть развязанный, расхлябанный, чуть-чуть недожатый, чуть-чуть такой туда-сюда. В этом есть свой собственный кайф, и это вот его фирменная чуть-чуть захлопнутость носоглотки. Она не очень подходит для всех, но для отдельной группы людей это просто верх блаженства. И как раз эта группа людей, это вот всем нам знакомые ребята из 90-х, в первую очередь. Дальше, отлично, на этом не заканчивается. Помимо звукоснимателей, это, конечно же, еще немножко форма. Потому что по сравнению с Мустангом, у Fallout чуть-чуть поменялась форма вот этого вот верхнего рога и чуть-чуть как будто бы съехала вверх талия. Общие пропорции близки, но все-таки полностью переосмыслены. Таким образом, получается совершенно иной инструмент, чьи тональные возможности расширены в первую очередь за счет вот этой комбинации звукоснимателей. И последнее, что касается звукоснимателей. Здесь есть еще отсечка на хамбекер, что позволяет, например, не перейти в среднее положение, использовать оба сингла, причем один из них в отсечке, и у меня получается уже вполне себе такой годный фанковый саунд. Thank you.
То есть, как видите, Red Hot Chili Peppers получается вполне себе аутентично, опять же, благодаря тому, что это классическое звучание фанка. Это два сингла, работающих вместе друг с другом, и тут мы можем получить это благодаря отсечке. А отсечка, которая вот находится здесь, активируется за счет поднимания потенциометра тона, это такая маленькая прикольная гитарная хитрость, которая берет и отключает одну из катушек хамбакера, превращая его как бы в сингл. Конечно, это звучание получается не на 100% точно таким же, как у настоящего сингла, потому что, несмотря на то, что мы отключили электрически одну из катушек, ее магнит по-прежнему воздействует на струну и влияет на ее колебания, и все уже не совсем так, как раньше, не совсем так, как при сингле, но тем не менее, это возможность приблизиться к этому звучанию. Получается очень-очень-очень разноплановая штуковина. И вот если мы возьмем все-таки полноценный хамбакер, включим и начнем. А еще нам нужно сделать вот так вот. То мы сможем потихонечку перемещаться в другую категорию, в другую территорию. Вот мы уже оказываемся на территории нечистого звучания. Потому что тут, благодаря хамбакеру, который, надо сказать, весьма пробирающий до костей, и сразу начинают вспоминаться на ум все вот эти уже более утяжеляющие свое звучание команды из 90-х. Это всякие Nirvana, и Alice in Chains, и много-много-много кто еще, и Sonic Youth, и, например, даже Muse. Это все, в общем-то, уже приближается к этому чуть более модерному, чуть более прокачанному звучанию. Но вы только послушайте, как на ней звучит Nirvana. Это заставит любого, даже самого последнего любителя классики, тут же побежать в ближайший магазин виниловых пластинок и купить парочку. Вероятно, 89-91 года, Bleach, Nevermind, и все. Пошло-поехало. Потому что, когда ты играешь на фоллауте, создается такое впечатление, что ты пошел выгуливать на улицу пару таких вот хаски размером с волчару, которые бегут куда-то по своим неведомым собачьим делам и тянут тебя на поводке, тянут, и ты пытаешься за ними не угнаться, не отставать. То же самое происходит и с Fallout. Потому что вроде маленькая, совершенно компактная гитарка, которая, вы знаете, я когда смотрю на нее, на вот этот вот леденец, вообще очень противоречиво так получается, то, что вся вот эта грустная, немножко депрессивная, на грани каких-то вообще противоречивых эмоций музыка 90-х, вся игралась на таких вот радостных, радужных, почти детских гитарках. Когда пройдет
пара десятков лет, и вот конкретно вот этот вот Fallout, сделанный в Америке, в Фуллертоне, практически вручную лучшими мастерами J&L, а это, ну, это практически Custom Shop, это серия Option Order, то есть это уже не совсем стандартный инструмент, он уже сделан, по сути, по спецзаказу, и вот лет через 20, когда начнет немножко обшарпываться покрытие бриджа, когда начнет немножко тусклеть покрытие красочное, когда появится много маленьких-маленьких-маленьких затрещинок на поверхности, тогда шарму этой гитары просто не будет никаких границ. Однако J&L Fallout — это не только лишь вот эта Sonic Blue, голубая красавица, которую я держу у себя в руках, это целое семейство инструментов, разделено на несколько категорий, так сказать, крутости. Во-первых, это линейка J&L Tribute, затем начинается J&L Standard, J&L Deluxe, и после чего идет Option Order, это вариация Deluxe с нестандартными какими-то модификациями. И, наконец, самый-самый топ — это Custom Shop, где уже воплощаются в жизни совершенно любые хотелки будущего обладателя этого инструмента. Но самый кайф в том, что касается J&L и вот их ранжирования на более доступные, более премиальные инструменты, это то, что вне зависимости от класса инструмента, все они снабжаются, ну, за исключением Custom Shop, где там уже совершенно другой разговор, однако все прочие инструменты снабжаются абсолютно идентичными звукоснимателями, абсолютно идентичными бриджами. То есть самые ключевые компоненты гитары остаются неизменными вне зависимости от ценовой категории инструмента. Потому что это, ну, часть философии J&L, это часть того, что делает J&L, J&L. Часть того, что есть наследие Лео Фендера, которому, конечно, его последней компании J&L хотелось дать людям только лучшее. И, опять же, вне зависимости от ценовой категории, прям в духе компании, в духе этой философии, точно так же все эти гитары проходят через наших мастеров, через наши золотые руки, через золотой фонд гитарного клуба, который превращает каждую из этих гитар в великолепную гитару, которую можно дать любому совершенно профи, и он будет в восторге, я это могу точно сказать, потому что это много раз тому же было подтверждено на практике. Потому что тонкая настройка под человека превращает из просто крутого инструмента вот в часть тебя. Это стоит ощутить, это очень здорово. Мы находимся здесь на территории дизайн-завода «Флакон», неподалеку от метро «Дмитровская» в Москве. Это наш магазин электрогитар, то, где мы сейчас все это дело снимаем, и вы смотрите. И к нам всегда можно прийти в гости, мы будем это крайне рады. Здесь обитаю я, обитает Костя. В своем бунгало на втором этаже витают наши мастера. Прямо сейчас они, правда, уже ушли домой спать, чтобы завтра вновь начать работать, не прикладывая рук. Приходите в гости, мы будем рады пообщаться, будем рады найти что-то подходящее для вас, выбрать вам инструмент, будь то Fallout или что-либо еще. Но если у вас нет такой возможности посетить нас лично, то вы всегда можете перейти по ссылке в описании, попасть на наш сайт guitarclub.ru, где вы можете посмотреть весь наш каталог, почитать про вот эту гитару поподробней. И если уж так расположили звезды, то нажать кнопку «Купить», «Заказать», оплатить ее удобным для вас способом, будь то карта или же рассрочка. Это тоже все сейчас делается очень просто, где бы вы ни находились. И тогда гитара отправится сначала на стол к мастерам, где будет доработана по вашим пожеланиям. Затем в отдел отправки будет бережно упакована в несколько коробок и отправлена вам, где бы вы ни находились. Буквально 2-3 дня, и вот это вот термоядерное чудо окажется у вас дома.